Чувствуете, что не можете где-то вырезать какие-то маленькие уголочки? Мы попросим маму. В досуговом центре Дроздова регулярно проходят занятия в большой творческой мастерской вместе с мамой, на которые приглашаются не только дети, но и, как понятно из названия, их самые близкие и родные люди. Здесь мама одновременно и подруга, и наставник, и помощник, и, конечно, преданный почитатель таланта своего ребенка. Получается такой креативный тандем, где участники понимают друг друга с полуслова. Мама у нас не просто тот, кто наблюдает, поучает, показывает, как нужно, делай, как я, смотри на меня, или я буду смотреть, как будешь делать ты, контролировать. Нет. Здесь у всех совершенно разные задачи. Они разведены по сложности. Мама выполняет технически сложную деталь какую-то, ребенок немножко проще. И вместе все это соединяется в одну работу. В этот раз мастер-класс посвятили дракону, пожалуй, одному из наиболее загадочных и мифических существ. Причем задача стояла непростая. Игрушка должна быть не только яркой и красивой, но и, например, уметь шевелиться. Вот, да, правильно. Вот именно вот этот вот эффект вау должен получиться. И вооружившись подручными средствами и дав волю фантазии, все успешно справились с заданием. Некоторые дракончики получились такими реалистичными, что у них даже появились имена. Моего дракончика зовут Петр Сергеевич. Он разноцветный и самый красивый. Как вот родился Петр Сергеевич? Мне помогала мама его делать. И мы его сделали быстро. Даже слишком быстро. По признанию мамы девочки, эти мгновения совместного творчества бесценны. Дома мы занимаемся школой, уроками, домашними заботами, а здесь мы можем быть непосредственно один на один с ребенком. Чувствуется и взаимопонимание, и сближение. А Екатерина Серцова на мастер-класс пришла сразу с двумя дочками, и значит, они сотворили и приручили двух дракончиков. На вопрос, какая же судьба ожидает их хендмейд-игрушки, 8-летняя Ксюша отвечает, не задумываясь. На выставку поставлю какую-нибудь. На стене дома вывешиваем работу наши. Дома все работы, которые мы здесь делаем, вывешиваем на стене. У нас такая импровизированная выставка получается, да. Повесим на выставку эту работу. И как, у вас большая коллекция? Да, очень. И коллекция у Серцовых наверняка скоро пополнится еще большим количеством экспонатов. Ведь занятия в творческой мастерской вместе с мамой проводятся еженедельно. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.